Сегодня в рубрике «Творческая мастерская» мы будем говорить с гостьей студии о живописи. Телефон прямого эфира 229-2067. И прежде чем представить вам мою гостью, я хочу процитировать ее слова о выставке, которая сейчас идет и доступна для всех посетителей. Выставкой «Только не школа» я предлагаю зрителю найти в ритме современной жизни среди уже настоящих стрессов и непридуманных забот минуты для радости и время для счастья. С гостьей, художницей Екатериной Дмитриевой, мы познакомимся буквально через несколько секунд, а прямо сейчас о том, что ждет вас в ближайшие 30 минут эфира. С началом учебного года оживает и культурная жизнь столицы. Какая связь между школой и живописью? Почему персональная выставка художницы Екатерины Дмитриевой называется «Только не школа»? Лучшие моменты в жизни человека, по мнению автора, это мгновение из детства. С бабушкой на даче, согреваясь горячим чаем с вареньем во время летней грозы. Или во дворе ранней весной, запуская кораблики в первых ручьях. Это и отражают картины героини рубрики «Творческая мастерская». Так, с удовольствием знакомлю вас с моей гостью. Это художница Екатерина Дмитриева. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам столь ранее для многих творческих людей. Час. Екатерина, прежде чем поговорить о выставке «Только не школа», хотелось бы поздравить вас с Днем знаний. Да? Все мы так или иначе связаны со школой. И в связи с этим возникает вопрос. А вы, собственно, когда начали обучаться художественному мастерству? Дело как раз в том, что художник, он обучается творчеству постоянно. Нет такого какого-то определенного периода в жизни, когда можно... Когда все понятно, все известно, вы можете прекратить развитие. Да, такого периода нет. Так же, как и нет периода для, ну, для обучения. Есть такой миф у многих, ну, и художников, что какое-то время нужно обязательно посвятить учебе. Но в творчестве учеба невозможна без постоянной творческой работы. То есть все равно должны быть выставки, даже если вы на первом курсе института, все равно нужно уже работать творчески. Ну, тогда я поставлю вопрос немножко иначе. Вы впервые когда взяли кисти в руки? Помните этот день, этот год? Ну, вообще обычно как бы дети все рисуют, вот. Но профессионально, серьезно я начала с 15 лет рисовать. То есть вы уже задумались о том, чтобы сделать это своей будущей профессией? Да. А где обучались? Обучалась, ну, как все, в школе. Но в художественной школе я никогда не занималась и очень рада, потому что, ну, все-таки творчество, оно несопоставимо, в принципе, ни со школой, ни с институтом, ни с какими другими вот обучениями. Вот, и я в 15 лет поняла просто, что я художник, что я должна работать творчески и не должна обращать внимание на, ну, на какие-то вот... на тот факт, что нужно учиться, вот, что кто-то говорит, что необходимо... какое-то время посвятить вот такому обучению. Екатерина, вы самостоятельно делали этот выбор, принимали решение? Или здесь, может быть, советы людей профессиональных, кто видел ваши работы, мнение родителей какую-то роль сыграло? На самом деле у меня был такой ажиотаж, мне так хотелось работать творчески, что я ничего мнения в принципе не слушала, хотя, конечно, родители меня поддерживали. Ну, во многом потому, что увидели мое желание рисовать. И, конечно, мнение многих профессионалов, многих знакомых, которые были рядом с нами, которые были, ну, вот как-то близки к искусству, и их мнение тоже повлияло. Екатерина, откуда эта любовь к живописи? У вас как-то семья, родители связаны с этим? Нет, никак не связаны. У меня в семье только очень дальние родственники были художниками, а из знакомых даже я никого не знала, кто бы рисовал и кто бы как-то, ну, жил этим. И для меня творчество всегда было чем-то таким очень далеким и казалось всегда недоступным. А первую вашу работу, которая выставлялась, вы помните, что это было? Да, дело в том, что первая выставка, там было много работ. Ну, первая работа, даже вот не помню. То есть ту, которую вы могли бы поставить в один ряд с работами других профессиональных художников? Ну, у меня все работы в ряду профессиональных художников и высокого уровня. То есть... Екатерина, я предлагаю сейчас посмотреть материал наших корреспондентов, которые побывали на вашей выставке «Только не школа». После мы вернемся в студию, прокомментируем сюжет и, конечно, посмотрим те работы, которые Екатерина принесла в нашу студию. С
Свое необычное отношение к 1 сентября представила юная художница Екатерина Дмитриева в персональной выставке. Экспозиция «Только не школа» — это около 40 картин, на которых москвичка запечатлела самое лучшее время в ее жизни. Каждое полотно — личное переживание художника. Например, картина «Хомячок улетел», трагедия потери домашнего питомца. Выставка «Только не школа» напоминает всем посетителям о летних днях с бабушкой на даче, о прогулках на детской площадке, в целом о беззаботном детстве. Я каждые, наверное, 10 лет в школе, потом 5 лет в институте люто ненавидела это время. И только сейчас я поняла, какое это замечательное время, когда осень, когда теплое солнышко. Вот. Я решила так вот в память о тех 15 первых сентября, которые вселяли только негатив, создать такую радостную выставку. Каждая работа уникальна и в единственном экземпляре. Сама Екатерина называет себя серийным художником. Одна из ее персональных выставок «По ту сторону реки» отражает автобиографические воспоминания из жизни в деревне. В серии «Счастье с неба» изображены мифологические сюжеты. А экспозицию «Только не школа» Катя относит к серии «Потребители». Здесь показан обычный быт с его повседневными образами и обязательно случаями из детской жизни. Чем подкупают работы Екатерины? Совершенно потрясающей радостью творчества. То есть в каждой работе буйство эмоций. И оно так заражает, оно заводит. Я прихожу в этот зал, и мне хочется взять скакалку и прыгать. На выставке «Только не школа» юная художница представила не только картины, но и свои произведения декоративно-прикладного творчества. Узорчатая посуда и расписные палантины и шарфы – неотъемлемая часть экспозиции. Познакомиться с авторским взглядом Екатерины Дмитриевой на прощание с летом можно в галерее искусств «Колизей Арт» до 24 сентября. Напомню, гостья рубрики «Творческая мастерская» художница Екатерина Дмитриева. Екатерина, с удовольствием мы побывали на вашей выставке. И несколько вопросов. Да, вот сейчас вы с ностальгией вспоминаете школьные годы, те первые дни осени, когда вы отправлялись в школу и, соответственно, в последующем в институт, где обучались, я так понимаю, как раз декоративно-прикладному творчеству. Мы о нем сегодня также поговорим. Каким образом собирали эту выставку? Ой, это нам предложила Наталья Николаевна, директор галереи «Колизей Арт», вот сделать такую выставку. Мы сначала не знали, какая будет тема выставки, но когда узнали, что это будет в начале сентября, я как бы подумала сразу, что вот 1 сентября, надо как-то это обыграть. А так как у меня много действительно детских сюжетов, детских мотивов в творчестве, много лета и осени, мы решили вот это все так собрать и посвятить это времени вот начала учебного года. Екатерина, я знаю, вы работаете в разных техниках, с разными материалами. Давайте расскажем о них. Давайте. Я работаю вообще во всех техниках, в любых материалах. Чувствуете себя как рыба в воде? Да, вот даже то, что на мне украшение, это тоже сделала я сама. Вот. Я работаю, конечно же, станковой живописью. Это мое любимое занятие. Я очень люблю, ну, вот именно живопись. Хотя много графики, много декоративных работ. И, как правило, действительно, ваши работы, они тематические, да, вот есть определенные серии. Да, какие да. это серии? Серии, это большое количество серий, какие-то уже написаны, какие-то еще нет. Это серия «Дождь по ту сторону реки», которая посвящена, ну, если так можно сказать, исторической родине. Mm-hmm. Это место, откуда родом моя бабушка и дедушка, вот откуда родом мои родственники. Вы бывали в тех местах, да? Да, это, там дача у нас mm-hmm. даже была какое-то время назад, это... Около 60 километров от Москвы, это Бронницкий район. Так. Вот. И выставка называлась, и серия «Большая выставка. Дождь по ту сторону реки». Там изображались какие-то сюжеты из моего детства, сюжеты, ну, пейзажи вот той местности, вот, близкие мне, и, я уверена, любому человеку. Екатерина, я посмотрела, готовясь к эфиру, информацию о тех выставках, которые уже прошли. И вот, в частности, выставки этого года. Хотелось бы о них поподробнее узнать. Выставка под названием «Поиски и спасение красоты». Да. Что можно было увидеть на ней? На ней можно было увидеть мои поиски и спасение красоты. А как, это, каким образом вы себе это видите, представляете? Эта выставка проходила в музее-усадьбе Архангельская. Да, там были собраны работы, ну... каких-то красивых моментов жизни, которые нужно было разглядеть. Это было и дно реки,
и какие-то просто вот незатейливая какая-то опушка леса. Казалось, что это, в общем-то, вроде ничего особенного в этом нет, и мы это видим повседневно, но... Вот не всегда мы придаем этому то значение, которого эти вещи заслуживают, да? И красота, конечно же, спасет мир, а чтобы спасти красоту, вот нужно такие поиски красоты постоянно устраивать вокруг себя, даже в быту, просто в простом натюрморте, который просто лежит на кухне, какие-то разбросанные продукты, что-то, какие-то драпировки, это уже красиво. Екатерина, я нашла на вашем сайте такую информацию, что ни одна ваша работа не повторяется, все это эксклюзивно, и вы не повторяете работы других художников. Да. С чем это связано, такая принципиальная позиция? Это связано со временем, прежде всего. Сейчас такое время, когда есть цифровая печать, очень качественная, есть возможность все выложить на сайте. То есть даже если картины покупают, а в моем случае это довольно частое явление, то нельзя... Ну, как бы картина уже уходит частному владельцу, ее, конечно, не всегда можно будет увидеть, но она остается на сайте, информация о ней остается в интернете, эта картина остается в каталогах, и писать ее еще раз как-то не имеет смысла. И есть действительно смысл в том, чтобы двигаться вперед, потому что художники, которые повторяют свои картины, часто они останавливаются, тормозят в развитии. Давайте покажем нашим телезрителям поближе вот эту картину. Вы даете каждой картине название? Конечно. Там с обратной стороны написано, это вазон с розовыми цветами и амуром. Так. Вот более того, на каждой картине у меня стоит обязательно каталожный номер и дата, когда эта картина написана, потому что нельзя... Ну, чтобы не было потом возможности подделать картину, то есть чтобы меньше было такой возможности. Mm-hmm. Так как у меня очень часто покупают работы именно коллекционеры, и для них это важно. Вот сейчас наши телезрители могут увидеть поближе эту работу. А мне хотелось бы узнать, это осень, традиционно такое дождливое время, время депрессии для многих. А вам когда лучше пишется, творится, и какие мотивы? Вот мы сейчас посмотрели яркую такую картину, да? Да. Какие мотивы приходят в разное время года? Вот в частности, сейчас с началом осени. Ой, да у меня это не зависит от времени года. Я осенью пишу какие-то весенние работы, наоборот, весной пишу что-то холодное, зимнее. Это даже не связано. Вот. Ну, конечно, осень депрессивное состояние, потому что надо в школу идти, надо идти работать, надо идти в институт, кончается лето, конечно. Ну, я знаю, вы свой вклад в обучение также вносите, проводите мастер-классы. Когда пришла эта идея передавать свои знания? Ой, она, знаете, очень быстро пришла и также быстро ушла, потому что я действительно 2 года преподавала в школе, и поняла, что преподавать творческую такую профессию, как живопись или там рисование, действительно не имеет смысла, потому что кому это дано, тем это вот дано сразу. Они сели и нарисовали, и с ними даже как-то неинтересно. А вот кого-то, кого надо действительно обучать, это видно, что это человеку не дается. Конечно, не можно, его сфера, да? Лучше попробовать себя в чем-то другом. Да, нет, научить можно всех, это совершенно несложно. Ведь в школу все приходят, и все читать учатся, все учатся считать. Несмотря на то, что из человека там не вырастет великий математик, но все равно он вместе со всеми в школе решает там теорему Пифагора. Но тем не менее, художественный вкус, художественное чутье, каким образом можно развивать, может быть, ваши профессиональные советы для родителей? Во-первых, не надо заставлять детей ничего делать. Вообще никогда. Так. Да. Нужно ходить по выставкам. Ни в коем случае нельзя водить ребенка на выставку на голодный желудок. Он должен быть отдохнувшим. Это не должно быть наказанием для ребенка, что вот мы сегодня идем в Третьяковку. Нужно получать удовольствие, конечно, от искусства. Это главное, это прежде всего. Нельзя заставлять ребенка ходить в музыкальную там или в художественную школу. Пусть он лучше в свободное для себя время сам что-то порисует, сам просто... Ну, вы так хорошо говорите, это все очень здорово работает, когда ребенок сам к чему-то стремится. А что делать, если, родители не заставляют? Ребенок пришел из школы, масса свободного времени, он сидит за компьютером и за всевозможными приставками. Да, и за телевизором. Ну и что, я так сама делала. Лет до 15 мне ничего не хотелось. Очень было сложно сказать, что чем я вообще буду заниматься. И я сама себе вообще своего будущего никак не представляла. Я не знала, как я буду работать, чем я буду заниматься. А почему выбрали текстильный университет? Потому что хотелось, конечно, у меня так вот захотелось рисовать, захотелось творчество.
И я поняла, что если, ну, как бы, я уже сложившийся художник, и у меня уже есть видение и четкое представление о том, как я должна что изображать, и идти куда-то, где бы меня 5 лет учили рисовать, наверное, было бы не совсем правильно, потому что мне это уже было дано. И я решила пойти в институт, получить такую прикладную специальность. То есть в результате творчество мое, оно от меня никуда не ушло, у меня всегда...